Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал вот такой представитель D-сегмента. Это японец Honda Accord 2006 года выпуска. Это Honda Accord 7 поколения. Европейка в хорошей комплектации. Машина идет невыкидной чип ключ зажигания на три кнопки: закрыть, открыть и багажник. Это хозяйский ключик, он машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ на замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. По ключам. Ключи сами по себе надежные по электронике, но есть нюансы. Со временем изнашивается механическое лезвие ключа. Это раз. Далее изнашиваются секреты замка зажигания. То есть, если надо, как бы наша компания занимается ремонтом, проблема это стандартная. Далее бывает проблема такая, что отламывается лезвие ключа от корпуса. Тогда нужно менять новый корпус ключа, вернее, брать новый корпус ключа и менять. То есть затачивать лезвие ключа и переставлять электронику. Для замены батарейки нужно открутить данный болтик. Ключик раскрывается как ракушка. И там стоит батарейка CR1616. Владелец данного автомобиля приехал к нам на Акибай для того, чтобы мы запрограммировали новый чип ключ зажигания, так как есть вероятность потерять основной ключ, и тогда изготовление нового ключа будет стоить денег. Мы запрограммировали машину вот такой вот ключик. Там стоит внутри оригинальная плата. Этот ключик, как хозяйский, машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Теперь владельца Honda Accord 7 поколения 2006 года выпуска есть два чип-ключа зажигания с кнопками. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Honda, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, вы потеряли все чип-ключи зажигания, либо нужно отремонтировать ваш ключ, отремонтировать замок зажигания, замок двери, то можете обращаться в нашу компанию Akibai, мы вам поможем.